Весь прошлый год республика оказывала помощь беженцам из зон конфликтов на Украине. Помогала деньгами, жильем, трудоустройством. В эти выходные Чувашия приняла очередную группу вынужденных переселенцев. 12 граждан Украины приехали в столицу Чувашии из Ростова. Среди них четверо детей. На железнодорожном вокзале беженцев встретили медицинские и социальные работники. По прибытию граждане Украины были осмотрены врачебно-сестринскими бригадами. Сейчас вынужденные переселенцы размещены в пункте временного пребывания в гостинице «Курортная». Ведется работа по дальнейшему социально-бытовому обустройству вновь прибывших. Всего в Чувашии находится 2713 беженцев, и половина из них проживают в семьях.